просить сюда отца Андрея, чтобы он благословил наше мероприятие. Обязательно. Сам Бог благословил, такая погода хорошая. Где работает? Здесь? Микрофон. Здесь? А, ну давай, здесь. Слышно. Милое сердцу, братья и сестры, радостно всех видеть вас в этот замечательный день. Но еще, да, мы вспоминаем историю наших предков, мудрость народную, этот алфавит, что день славянской письменности. Ну и поддерживаем наше Отечество в нынешнее непростое время, что вот на Украине. Тоже дай Бог нам хранить нашу русскую культуру. Как вот мы еще сегодня обращаемся к святым Кириллу Мефодию, вспоминаем их труды, да, по составлению азбуки церковно-славянской. Все вот призывают уже вот и казаков, и вот певчик говорит, немножко хоть изучать церковно-славянский язык, чтобы читать, хоть петь на церковно-славянском, вот на службе там церковный хор участвовать. Это тоже вот пример. Главное не просто говорить об этом, о культуре, но быть носителями культуры, да, передавать, транслировать эту культуру, да, нашим поколениям, молодежи, молодым передавать, самим как-то знать эту культуру, да, носить, вот, разбираться в ней. Вот дай Бог, чтобы Господь благословил все наши добрые начинания, эти дела, чтоб и осветил это место, благословил, чтобы мы здесь собирались, встречались и с Божьей помощью общались, да, как обогащались общением взаимным, духовным. С праздником, Днем славянской культуры. Спасибо. Thank you.